Давай! Твой объем, не считая, так сказать, ушей, 8 стаканов. А еще уши! Стаканов на 12 потянут! Итого 30 стаканов! Растем! Шишки хмеля, листья мяты, корень пустырника. Корень пустырника. Корень пустырника. Корень пустырника. Ну как, получается? Какой ужас! Мы чуть не забыли про лепестки китайской розы! Милочка, секрет любого успеха состоит в точном следовании рецепту. Шаг в сторону, и все! Я собирала эти рецепты всю свою жизнь. Здесь есть все. Рецепт яблочного пирога. Рецепт домашнего уюта. Вечной молодости. Как выглядеть умной, как выиграть в лотерею. И т.д. и т.п. Ты должна записывать интересные рецепты. И со временем у тебя будет рецепт на любой случай в жизни. А если, скажем, мне что-то нужно сделать, а рецепта у меня еще нет? А, надо спросить у меня. Опа, иначе можно такого наделать. Вот тебе ярчайший пример. Крош и ежик решили принять ванну. Как это делать правильно, сами не знают. А спросить — язык отвалится. Ворожба, ветрянка, вечер при свечах. Ага, вот, ванна. А теперь замерим объем с морковкой. Так, во-первых, бррр, мыться надо в теплой воде. Во-вторых, добавляем шампунь и взбиваем до пены. В-третьих, в-третьих, кидаем в воду ароматные лечебные травы. И расслабься. Молодца, отдыхай. Как отмокнет, потри ему спинку. Что такое рецепт? Рецепт – это инструкция какого-то момента жизни. Кто-то правильно прожил этот момент и записал, чтобы другие тоже могли прожить этот момент правильно. Точно следуя этой инструкции. Ай! О, чем больше всяких рецептов знаешь, тем правильнее живешь. Это вся мудрость жизни. Фу-фу, что-то я устала. Надо немного отдохнуть. Ой! Ой-ой-ой-ой! Что такое? Что ты кричишь, как резно? Чтобы укрепить мышцы живота, гуталин не должен быть сухим? Интересно. О, мои рецептики! Крош! Ёжик! С совуньей! Беда! Что-то я устала. Надо немного отдохнуть. Вот, а потом... Фу! Нельзя! Когда все ее премудрости оказались разрезанными на кусочки, в ней что-то перекипело. И она стала повторять, что устала. И ни на что не реагирует. Что-то я устала. Может, она действительно устала. И ей нужно отдохнуть? Ах, какой замечательный воздух! Как хорошо здесь отдыхать! Надо немного отдохнуть. Нет, ей нужен какой-нибудь особенный отдых. Лечебный. Так, а кто-нибудь знает хороший рецепт лечебного отдыха? Здесь точно есть. Так, теперь... Выбить пыль, не нарушая поверхности ворса! Какого еще ворса? Не знаю.
Здесь так написано. Что-то я устала. Пыли нет. Хорошо, идем дальше. Поливать каждые 3 дня. Уже поливали. И не забывать удобрять. Уже удобряли. Ага, вот. Хранить в темном, недоступном для детей месте. Что-то я устала. Надо немного отдохнуть. Что-то я устал. Надо немного отдохнуть. Нюша! Я здесь! Возьми новую тетрадь. Записывай. Рецепт хорошего отдыха номер 1. Лечь на травку, раскинуть крылья и лежать, лежать, лежать. Сердце красавицы склонно к измене. И перемене, как ветер моя. Крош! Ёжик! Эй! Ну идите себе! Без вас даже интересней. Ребята, ну-ка не свистеть! Денег не будет. А это я свистела. Как ты? Этого не может быть. Девушки не должны свистеть никогда. Это неприлично. Хорошо, не буду. Сердце грибы и немного соли. Ой. И пельмени, как ветер мая. Нюша, ты же опять свистишь. Ой, это у меня машинально получается. По привычке. Это очень вредная привычка. От нее надо отучаться. В приличном обществе, куда ты обязательно попадешь, когда вырастешь, свистеть не принято. Ой! Что это? А как же мне отучиться? Ой, была у меня в юности привычка неприлично громко смеяться. Но я взяла себе в руки. Целых 2 года совсем не смеялась. И привычка исчезла. Тебе тоже нужно 2 года не свистеть. И привычка исчезнет. Нюша, посмотри, какую тыкву я вырастил. Я назвал ее... Во, желтый гигант. Ой, как же я могу отучиться, когда я не замечаю, как начинаю свистеть? Копатыч, как отучиться от вредной привычки, а? Есть одно старинное средство. Я вот когда-то, прошу прощения, любил поковыряться в носу. Один раз доковырялся, что чуть палец не сломал. Решил, хватит, надо завязывать. И когда обнаруживал у себя палец в носу, то бил сам себя крепкий щелбан. После 500 щелбанов привычки как не бывало. Да что же это такое, а? 3-го дня кабачок, а сегодня, понимаешь, тыква, да? Моль ты, ей-богу, ненасытная утроба. Мне это не подходит. А то еще привыкнешь к щелбанам, потом от них надо будет отвыкать. Мне нужно какое-нибудь современное средство. Свист происходит следующим образом. При выдохе воздух выходит из легких, попадает через горло в полости рта и оттуда наружу. Однако, если на своем пути он встретит особо сложно сформированное препятствие, например, губы, сложенные трубочкой, или, например, 2 пальца, то получается свист. А что нужно сделать, чтобы свист не получился? Достаточно исключить выход воздуха наружу. Я ж тогда не смогу дышать. Логично. Ой, мне никогда не попасть в приличное общество.
А у тебя есть какая-нибудь вредная привычка? Вообще-то я люблю есть во время чтения и могу за один вечер съесть недельный запас продуктов, даже не заметив этого. Ну, и как ты с этим борешься? Я пока только готовлюсь к борьбе. Но у меня есть план. Когда-нибудь я сяду за книгу и специально стану есть, есть и есть, пока не объемся настолько, что никогда больше не смогу смешивать духовную пищу с телесной. Точно! Мне нужно насвистеться всласть так, чтобы на всю жизнь хватило! Это ты тут рассвистелась. Ой, бараш, ты даже не представляешь, как это трудно избавляться от привычки. Зачем тебе от нее избавляться? Мне вот наоборот, привычку нужно вырабатывать. Это какую еще? Привычку здороваться. А то я по рассеянности забываю. А в приличном обществе без такой привычки нечего делать. Да, сложная эта штука. Приличное общество. Сложное. Кстати, здравствуй. А, здравствуй, бараш. Верчу, запутать хочу. 22. Гуси-лебеди. Пролетаем. Олимпийская премия за хорошее зрение. 11. Барабанные палочки. Пролетаем. 90. Дед, сколько ему лет? Когда я был маленьким. О, 42! Я тоже бегал, прыгал, играл в мячик. Но когда нужно, я был тише воды, ниже травы. Я воспитывал себе... О, 13! Партия? Пролетели. Все, тихий час. Я не могу спать днем. У меня природа такая. Надо воспитывать свою природу. Как же ее воспитывать? Это ж природа. Воспитательный процесс — это прежде всего дрессировка. Ой, то есть тренировка. Сейчас я хлопну в ладоши, ты примешь горизонтальное положение, закроешь глаза и уснешь. Начали! Спишь? Повторим. Итак, повторяю 232 раз. Лежишь с закрытыми глазами, значит, спишь. Спишь. Получилось. Я так отоспался, что теперь и ночью не усну. Ага. Копатыч, что потерял? Лопату воткнул куда-то и... Что это с ним? Не знаю. Кажется, он спит. Крош! 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 А? Что? Что такое? Удает, а? Кажется, я знаю, в чем дело. А что я такого сделал?
Я вырос, воспитал. У него замечательная способность. Может теперь спать и набираться сил, когда захочет. Достаточно лечь и закрыть глаза. Безусловно, рефлексы в норме. Открой рот. Да в том-то и дело, что никогда захочет, а когда рядом что-нибудь хлопнет. Не преувеличивай. Что? Что такое? Да не будите вы его уже. В воспитательном процессе главное выработать полезные рефлексы. Утром делать зарядку, перед сном чистить зубы, при встрече всем говорить здрасте и так далее. А если ты не хочешь кому-то говорить здрасте? Если хорошо воспитан, хочешь не хочешь, а все равно скажешь. От рефлексов не убежишь. Спит? Это и так понятно. А что вы от меня хотите? Слушайте, а что со мной происходит, а? Подожди. Ты же у нас самый умный. Сделай же с ним что-нибудь. Почему я постоянно вырубаюсь? Минуточку. Что я могу сделать? Ты у него выработал рефлекс на хлопки. Какой рефлекс? У меня рефлекс. Почему я вырубаюсь? Надо его теперь перевоспитать. Как? Выработать новый рефлекс, чтобы он на хлопки не засыпал, а просыпался. Ты хлопай, я трясу. Может, хватит уже, а? Получилось! Я говорил, от рефлексов не уйдешь! Прослушали произведение Людвига ван Бетховена «Ода радости». Думаешь, ты от меня спрятался? Нет, приятель, от Копатыча не спрячешься. Ну уже, выходи. Давай, поговорим открыто, лицом к лицу. Ах ты ж, злодей! Ну все, шутки кончились. Остановись, Копатыч, не делай этого. Да этот злодей мне всю культуру извел. Вообрази, Копатыч, если бы ты просидел всю жизнь в скорлупе без пищи и света, каким бы ты оттуда вышел? Голодным, наверное. Вот, этот бедняга тоже не может представить себе ничего лучше капусты. Но стоит развить в нем чувство прекрасного, и ты не узнаешь своего заклятого друга. Ничего у тебя не выйдет, я этого вредителя знаю. Вот увидишь, Копатыч, культура творит чудеса. Да, тяжелый случай. Гиблое дело, Карыч.
Случай критический, но не безнадежный. Чувство прекрасного, чисто теоретически, доступно каждому живому существу. Подопытный, воспитуемый. Воспитуемый, крайне мало информирован. Мы насытим его мозг данными о лучших достижениях культуры, и он тут же поймет, как это прекрасно. Большую энциклопедию не забудь. Все непременно, коллега. Лосяш, я тут... Нет, друг мой сельскохозяйственный. Здесь проходит эксперимент по внушению прекрасного. Вам сюда нельзя. Слышь, ну как там мой? Мне кажется, он уже того. Начинает что-то чувствовать. Увидел мое новое платье и аж обомлел. Да ну! А ты как думал? Культура! Ну, что? Как он там? Чувствует. Точно. Не дослушал мою новую поэму. Упал в обморок от восторга. Феноменально. Это успех. Поздравляю, коллега. А я говорил, культура творит чудеса. Эй, приятель, где ты тут спрятался? Попался, приятель. Укуси меня, пчела. Да что же они с тобой сделали? А? Что случилось? Душегубы, ироды, экспериментаторы, понимаешь? Его ж кормить надо. Давай, давай, приятель, наворачивай, не стесняйся. Чего засмущался-то? Да чего там? Налетай, поправляйся. Я угощаю. Укуси меня, культура. Я тебе говорю, надень. Я тебе уже сказала, что не буду надевать это. А я тебе говорю, надень. Я не буду это надевать. А я тебе говорю, не спорь.
Что ты привязалась ко мне со своей панамкой? Ну вот что она ко мне привязалась? Прелестная моя, вы же знаете, что она недавно пересидела на солнце и получила солнечный удар. Она вас любит и не хочет, чтобы с вами случилось то же самое. Пересидела на солнце она, а страдать должны другие. Ты видел эту панамку? Это же ужас! Но это же такие мелочи. Стоит ли ссориться из-за этого? Если это мелочи, то что тогда не мелочи? О, нет. Опять идет сюда со своей панамкой. Ты представляешь, совсем не слушается. Не понимает, что солнце может так голову напечь, что мозги все сварятся. Дальновидная вы моя. Солнце скрыло за облаками. Можете уже не беспокоиться. Сейчас скрылось, через минуту снова появится. Это же не картина, это природа. О! Что я говорила? А я тебе говорю, надень. Да не буду я его надевать. А я говорю, надень. Не буду. Тебя продует, глупая. Это не шутки, это не мелочи. Вот смотри, ты будешь гулять без шарфа, и тебе продует уши, начнешь болеть, начнутся осложнения. С ушей перекинется на горло. О! Это смерч! Спасайтесь, кто может! Судя по тому, что мы находимся в самом центре смерча, из которого никто никогда живым не выбирался, спасибо, то со всей определенностью можно констатировать, что мы находимся по дороге в мир иной. То есть как это? Мы что, умерли? Вы что, с ума сошли? Почему вы такие спокойные? Раньше надо было беспокоиться, а сейчас-то что? Шарфиком и панамкой от смерча не укроешься. Особенно, когда ты внутри него. Тем более, было бессмысленно заставлять меня одевать глупые панамки и немодные шарфы. Нет, не бессмысленно. От каждой напасти свое спасение. От солнца панамка, от ветра шарф. Но от смерти какое спасение? Когда ты внутри, то уже никакого, поэтому тебя никто и не беспокоит. Можешь делать, что хочешь. Да я уже и не хочу делать, что хочу. А? Ну, вот и все. Этого не может быть. Мы спасены! Ура! 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 Мы спасены! Ура! Он рассосался! Смерч рассосался! Ура! Мы спасены! Вон, за
тем холмом будет наша долина. Не ходи по лужам, простудишься. Ну как можно после того, что мы пережили, обращать внимание на такие мелочи? Да какие же это мелочи, дорогая моя? Ты застудишь ноги, на ногах все нервные окончания. То есть с ногами ты застудишь обязательно что-нибудь еще. Пойдут осложнения. Ты просто не видишь всей картины. Хорошо висит. Жалко, что не дорисовал. Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть, а порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был, но куда-то затерялся. Не лежи на снегу, простудишься. Ну и что? А смысл не простуживаться? Чтобы не болеть. А смысл не болеть? Чтобы быть здоровым, елки-иголки. А смысл быть здоровым? Чудак, тебе что, не нравится быть здоровым? Причем здесь нравится или не нравится? Я не хочу быть бессмысленно здоровым. Тебе нужен смысл. Да. Во всем. Неплохо бы. Тогда тебе нужна кузинатра. Какая еще кузинатра? Кузинатра, дающая смысл. Да, она мне нужна. Но где ее искать? Это очень далеко. За смыслом хоть на край света. Веди меня. Нет, мне в такую даль переться незачем. Мне смысла в этой жизни и без кузинатры хватает. Умоляю, отведи, иначе мне, сынок. Ладно, может, оно и стоит того. Я тебе удивляюсь. Зная о кузинатре, ты ни разу ею не воспользовался. Меньше знаешь, крепче спишь. Тебе говорит усталый дух. Ты стал старым, черствым и равнодушным. Неужели тебе не интересно, в чем смысл жизни? А что мне даст эта информация? А вдруг окажется, что смысл жизни не есть сладкого и не спать до 12? Я тогда только расстроюсь. Глупый Карл. Глупый, старый, но добрый. Ты представляешь, какая только замечательная, наполненная смыслом жизнь начнется, когда тебе будет все понятно. Когда ты будешь понимать, зачем ты объелся пирожными до коликов, или вдруг ни с того ни с сего наврал с три короба, тебя не будет мучить неизвестность. Жить станет легко и ясно. Да мне и так было нормально, пока тебя сегодня не встретил. Ведь все беды от чего? От того, что каждый в одном и том же видит разные. Разные смыслы вкладывают, и получаются конфликты. А когда будет смысл один, настоящий, все будут жить дружно. Фу. Да сколько же еще идти к этой кузинатре?
не могла, что ли, поближе где-нибудь обитать? Нам нужно написать записку и составить схему маршрута до Кузинатры, чтобы тем, кто нас найдет, было легче идти. Они будут сильнее нас и подготовленнее. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Мы заблудились в метели и сделали крюк. Сейчас ты немного отдохнешь, и мы снова отправимся в путь. Не надо торопиться. Кузинатор от нас никуда не денется. Смысл этого бульона, чтобы я его ел и набирался сил. Смысл этой кровати, чтобы я на ней спал и отдыхал, пока этих смыслов вполне достаточно. Надень шапку, а то простудишься. Вот еще, я уже не маленькая. Ну вот, совсем другое дело. Чита, ты мне прическу испортила шапкой своей. Да ну! Что? Классно, да? А еще я вот чего могу. Сейчас. Сорва. И сюда. И на всякий случай профилактическая прививочка. Козявки. Совунья, у тебя есть что-нибудь от плохого настроения? О, конечно! Сейчас что-нибудь придумаем. Вот, держи. Спасибо, что хоть не соску. Как же они все незаметно выросли. Ага, прям-таки из-под тишка. Я тут вчера вязала Нишеньке шарф, а потом думаю, зачем он ей? Все равно ведь носить не будет. Ого, не модно, говорят. В общем, вязала я, вязала, и в итоге вот что получилось. И вот куда их теперь, спрашивается? Я бы взял, чтоб ноги не студить. Да размер вроде не мой. Завунья, я это пойду, я. Завунья, радость-то какая! У Пина дитё появилось! Как появилось? Откуда? А, ты меня разы!
выигрываешь. За что купил, за то и продаю. Мне Нюша сказала: айда со мной на смотрины. Пин, дружище, давай-ка показывай своего пиныча. О, я, спасибо, что зашли. Биби, иди сюда. Это мой Биби. Укуси меня, пчела. Укуси меня, пчела. Не стоит выражаться при ребенке. Видишь, он уже за тобой повторяет. Ой, это кто здесь такой хорошенький, а? А кому совунья подарок принесла? Это ему не нужно. Биби из лучшей нержавеющей сталь. Он морозоустойчивый. Что значит не нужно? Ребенку необходимы теплые вещи. Все вы, молодые отцы, одинаковые. Совсем не думаете о здоровье малышей. Не так надо, думаешь, поднимешь мальца-то? Детей растить и в железках ковыряться. Где же ты? Его не программировали, чтобы он боялся щекотка. Во-во, дети такая штука, их от всего не запрограммируешь. Убежал дракон. И жили царевич с царевной долго и счастливо. Если тебе кажется, что это просто, значит, тебе еще рано обзаводиться домашними животными. Ну, хоть маленький такой улей. Ну, что тебе жалко, что ли? Я бы не хуже тебя о пчелках заботилась. Начнем с того, что пчелы – это опасные зверюги. Это мы закончим. Нет, но я ведь сердцем чувствую, что я готова. Ну как он не может меня понять? Говорит, как будешь готова, получишь улей. А как он узнает-то? Хороший лягушонок, ути-пути. Ну вот, да готова я! Че тут сложного-то? О, даже ты это понимаешь. О, привет, малыши! А, вот и все. Какая я все-таки молодец. Сейчас поиграем в одну
очень интересную игру. Называется «Кто первый заснет». Баю-баюшки-баю, не ложись я на краю. Ой, какие же они милые, когда спят. Вот некоторые несознательные думают, что с пчелами легко. Типа сами себе летают, мед таскают, а ты только собирай. Нет, еще не так. Ежедневные занятия, тренировки, режим сделают из пчелы. Пчелу. Знаешь, домашние питомцы – это ведь бывшие дикие зверюги, чуть зазевающие и... Браво! О, как они естественно исполнили мелодию! Как легко и непринужденно! О. Легко? Да мы днями и ночами репетировали! Легко! Что там опять такое? А где Жужу? Кто-нибудь видел Жужу? А, не ешь, ты уже ел сегодня! Нет, все правильно! Мляжа! О чем это, а? А, это огромный труд! Да где же Жужу? Муся, не лезь в пробиву, у тебя аллергия! А, Жужу, вот ты где! И кто это у нас тут так испачкался? Я имел в виду, Нюша, что ты отлично справляешься. Да что ты говоришь? Справляюсь я. А я вот не помню, когда просто бездельничала. Не помню, когда в тишине читала журнал. Просто расчесывала волосы. Или смотрелась в зеркало. Я, кажется, все бы отдала за то, чтобы просто выспаться. Вот твои пчелы, Нюшенька. Ты готова завести питомцев? Спасибо, Копатыч. Но нет, я думаю теперь немного пожить для себя. Я еще слишком молода для обязательств.